Неделю без еды и воды в Красноярске домашняя собака несколько дней голодала в заброшенном гаражном комплексе. Все это время местные жители слышали жалобный вой, но не могли понять, откуда он доносится. В конце концов, несчастное животное обнаружили в одной из смотровых ям. К тому моменту пес уже так ослаб, что не издавал ни звука. По нашему сигналу на место приехали сотрудники МЧС. Четвероногий хоть и был напуган, но позволил надеть себе на шею специальное приспособление для отлова собак. С его помощью спасатели вытащили бедолагу наверх. Спасенный, правда, благодарить не стал. Как только с него сняли трос, он стремительно умчался, вероятно, домой к хозяину. Вчера проходил в районе гаражей, услышал лай собаки. Зашел в гаражи, фонариком посветил, увидел, что в смотровой яме находится собака. Жалко стало очень сильно, сердце жалось. Собака, видно, была не брошенная, в ошейнике ухоженная. Позвонил в службу 112, объяснил, говорю, помощь окажете. Мне пояснили, позвоните в городскую службу спасателей, дали телефон. Позвонил, пояснили, что все наряды заняты.